Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Крафт Лаборатории. И сейчас у нас есть немножко денег, и я хотел бы сделать такого более мощного зомбика. Так, получаем одного такого, и нам надо будет еще скрафтить один раз. Вот, ну у меня сейчас пока денег нет. Чтобы их крафтить, нужно будет 100, да, все верно, 100 долларов. Хорошо, пока откладываем. И я думаю, мы сейчас пойдем играть в арену. Попробуем сразиться. Так, с кого мы видим? Двоих зомбаков. Я думаю, мы с ними справимся легко. Так, смотри, видишь, как он еще и подлечивается, что ли? Ничего себе. Зомбачок какой хороший. Так, подлечивается, да? Ну, смотри, наш, видишь, какой, мы ничего не сделали. О, нифига, у меня там две машины стреляющих. Это, конечно же, не хило такие. Не знаю, сможем мы выиграть или нет. Да, мы выиграли, заработали 50 баксов. Зайдем на охоту. 80 долларов, у нас все равно это мало. Нам нужно 100. Ах, если не больше, потому что мы еще будем делать... какого-то мощного зомбака, 50 баксов. Так, заходим в крафт. Так, и вот этих двоих совмещаем, делаем одного большого. Так, заработали. Так, чтобы их скрафтить, нужно соточку, да? Подожди. Ты можешь скрафтить только зеленые зелеными и желтые желтым. Это как понять? Вот так, что ли? А ну. Нет, только зеленый, зеленый, желтый, желтый. Подожди, а чё же это красный, красный? Я не могу скрафтить. Подожди, вот красный. Они же сами по себе красные. Почему я не могу их делать? Типа красный это венец творения. То бишь, это венец творения. Красные уже больше не могут делаться. Так, а ну-ка. Если берем вот этого и вот этого. Нет. Хорошо, вот этот и этот. Что у нас получится? Какой-то другой зомбак, ладно. Хорошо. Мы его пока не будем трогать. Так, ладно, идем на охоту. А, мы этого чувака не положили, что ли, да, сюда? Ладно. Может быть, пройдем без него. Да, прошли. И все понятно. Я думал, на повышение будем постоянно делать. Нет, не получается так. Так, давай нам сюда этого красненького. Так, все, поехали. Так, арена. Так, видишь, у нас вот этот чувак стоит, восстанавливающий энергии. А, монах вот этот, да, надо будет, волшебник вот этот, да, чародей вот этот. Мы его сейчас сделаем себе. Ну, а что-то это малоэффективно, мне кажется, все равно. Вот мне вот этот стреляющий нравится, буду тоже его скрафтить. Так. Ну, что такое? Давай его убивай. Не, мы не смогли его убить, смотри. Ладно, идем на охоту. Ну, на охоту, я так понял, специально так сделали охоту, чтобы деньги заработать ты не можешь на арене, ты можешь заработать здесь. В охоте. Так, 40 долларов. Так, хватит, интересно, 40 долларов мне для крафта. Нет, а, да, хватит, в принципе, смотри. Так, мы сделали вот этого чувака. Так, берем, меняем на этого и попробуем сейчас сразиться такой командой. А, это у нас обычный мечник, смотри. Это обычный мечник, интересно, что... Ну, все, его уже убили. К сожалению. Так. Так, это у меня все равно чувак-то восстанавливается. Сейчас он дойдет. Ну, все, видишь, дошел до них и убил их. Так, здесь также. Давай, мой, восстанавливайся, чувак. Главное, чтобы он восстанавливался. Что-то у него уже мало жизни. Давай, не умри. А, убили его, к сожалению. Так, ну смотри, пройду я, да, или нет. Удивительно, да, я прошел. Интересно, почему я тогда не мог пройти? Я добавил, в принципе, не сильно и сильного персонажа, просто этого мечника добавил. Так, а как мы его создавали? Кто-нибудь помнит, интересно?
А, вот так, да, создавали? 50 долларов. Хорошо. Так, вот два мечника. И мы сделаем... Так, 100. 100 необходимо. 100. Ладно. Так. Сейчас подзаработаем денежку. О, нифига себе там. Оп, нифига. Не знаю, сможем мы пройти или нет. Смотри. Жесть, он разбил моего. Эти только что восстанавливаются, но то их надолго не хватит. Так, нет, не знаю, не хватит, наверное, их. А, нет, смотри, забил. Молодец. Но он у меня один остался. А, двое, двое, двое. Давайте, лечитесь, быстрее лечитесь. Какие мечники тут эти мощные, а? Все, убил. Короче, да, нереально сейчас играть в варенье. Нужно играть на охоте немножко поиграем. Да, мощно, мощно, конечно, аренчики. Так. Так, а вы, ребята, пишите, какую еще игру пройти. Пишите комментарии. Какую вы хотите, может, какую-то другую игру. Ну вот, я поиграю обязательно. Так, вот это интересная игрушка. Ставьте лайк, если она вам понравилась. Если нет, то дизлайк, чтобы я мог видеть, нравится вам эта игра или нет. Так, 40 баксов мы заработали. Так, подзаходим, посмотрим. 90 у нас. У нас не хватает буквально 10 долларов. Так, еще раз. Охотимся. Так, здесь я не помню, сколько нам дает. 30 долларов, кажется. А, 5 долларов. Каких 30 долларов-то? Нет, мне нужно 10. Так, а здесь, ну, думаю, 10 долларов точно нам дадут. Ну, враги слабые. Слабые. 25 долларов. Тоже неплохо. Еще раз. Нет, слабые какие-то. Достаточно такие. Варенье такие мощные попадаются, да? Варенье сейчас. Враги. А эти слабенькие. Я мы сейчас его. Ну, вот фига, 100 баксов нормально. Заходим в лабораторию. Так, делаем этого монстрика. Сейчас посмотрим, кто у нас там получился. Так, мы его меняем на этого, да? А, слушай, вот этот и вот этот крафтится? Нет. А вот так? Тоже нет. Ладно, этих не будем брать, да, или возьмем? Нет, ничего. Тоже ничего не получается. Так, смотри, что у меня 120. Да, ладно. Ну что ж, тогда с этими чуваками сейчас пойдем в арену. Попробуем выиграть. Так. Что-то я что-то не понял. Я его не добавил сюда, что ли? Нет. Я его не добавил. Эти прям какие-то... Это вообще непобедимые, смотри. Тут стоит их, защищает. Нет, вообще, и двое их. А почему у них этих-то много? Вот здесь вот этих ячеек. Так, крафтбук. У нас есть крафтбук, смотри. Так, а, вон, смотри, видишь, можно вот этих сделать на роликах. Можно с мечом, можно с двумя мечами. А, ну все, это конечная стадия. Если вот этого чувака скрестить с этим, да, то получится у нас вот такой стреляющий. Так, все понятно. А вот этот, вот этого как делать? Подожди, давай я вот это сначала сделаю, да? Давай. Вот этого, стреляющего. Так, где у меня вот этот и стреляющий? Нет. Нет, нет, нет. Подожди. Нет. Надо вот этих двоих. А, ну, в принципе, этого я так и делал. Так, этот уберем. Подожди, крафт, а ну-ка. Вот этот чувак. Он с этим должен, да, как-то? А, у меня же вот этот, ё-моё, он уже вообще ничего никак не крафтится. Короче, нам нужно опять вот этого чувачка сделать. Так. Ладно, давай дальше. Попробуем арену пройти. Да, навряд ли мы, конечно, здесь пройдем арену.
мне с такими же чуваками выходить смысла нету. Не вижу, что смысл какой-то. О, давай. Есть. Нифига. Вот это молодец. Их можешь побольше просто выкинуть. Нет, смотри, вот мечники забили. Так, ладно, охота. Зайдем на охоту, поохотимся немножко. Так. Есть 50 баксов. Еще раз. Так. Давай. Еще 40, нормально. Короче, вот здесь, если играть чисто на охоте, можно заработать бабок. Тогда можно немножко что-нибудь крафтить и интересных персонажей скрафтить. Но для этого нам нужны деньги. Поэтому я не вижу другого выхода, как играть в арене, как играть в охоте, чтобы заработать много денег. Так, сейчас еще раз. Так, сейчас еще раз заработаем. 20 баксов это мало очень. Давайте еще побольше. Нам нужно еще хотя бы долларов 80. Так, два мечника против друг друга, интересно. Так, 45 баксов тоже неплохо весьма. Так. О, чуваки, давай. Сейчас попробуем скрафтить кого-нибудь интересненького, новенького. 80, ну, в принципе, денег достаточно. Так, крафт. Крафт. Значит, нам нужно вот этого чувака и вот этого мечника скрафтить, чтобы получить стреляющего. Либо вот этого на колесиках и вот этого ходячего чувака. Тогда мы, по идее, получаем вот этого волшебника. Давай от этого волшебника сделаем. Так. Для этого. Вот этого, видишь, нам не нужен был. Ё-моё. Ладно, мы сейчас сделаем вот так. Вот этого чувака ставим сюда. Так, вот у нас получается. Вот этот. Восстанавливающий волшебник. Вот он. Мы его ставим сюда. Ну, сейчас попробуем. Так, идем в арену. Так, он нам восстанавливает. Не знаю, получится что-нибудь, нет. Давай, восстанавливай. Давай, пожалуйста. Есть. Молодец, видишь, он восстанавливает, чувак. Так, вот эти, главное, мелочи вот это забить. Есть. Все, мы прошли, мы выиграли. Так, все, что ли, игра закончена? Спасибо за игру. Финальные 45 дней. Мы выиграли чемпионат. Все, мы прошли игру, так неожиданно. Так быстро. Понятно. В принципе. Ну, я не знаю, есть ли смысл опять проходить, выигрывать еще раз. Ну, ладно, пройдем в арену. Неожиданно так, конечно, выиграли. Угу, круто. Так. Ну, я так понял, они будут постоянно повторяться. Вот этот набор, именно набор этих монстров будет повторяться в арене. Сейчас мы выиграем. Получим деньги, да, получили 50 долларов. Ну все, в принципе, тут смысла-то нету играть уже больше в нее, в эту игру. Я ее прошел. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотры, спасибо за лайки. Пишите, в какие игры еще поиграть. Ну, всем пока-пока.